Начинается. Лицо тоже или только это? Все. А, тогда, тогда я так стою, давайте. Непродолжительная погоня закончилась возле дома Харриса. По рассказам очевидцев, он вышел из машины и только тогда заметил бежавших к нему полицейских. Хотел объясниться с ними на языке жестов, однако в ответ сразу подземелье выстрел. Сами правоохранители утверждают, что водитель вел себя агрессивно и пытался на них напасть, так что они были вынуждены открыть огонь поражение. Во Франции набирает оборот недельная запасная... А где мешки? Там будут? Какие мешки? Ну, это одежда. Я так понял, что там, да? Впрочем, там требования поставщиков в нынешних условиях считали невыполнимыми. По мнению экспертов, одной из причин снижения цен стали ответные меры России на западные санкции, которые рикошетом ударили по европейским производителям. Российский рынок для них был закрыт, а в самом мире спроса на их продукцию недостаточно, чтобы покрыть все возрастающие убытки. Российский образовательный форум «Территория смыслов» на Клязьме встретил новую смену. Твоя только рука попадает. Надо, чтобы только они были. А то все ходят тут. Ходят тут, кстати. Точно Гитлер, аксап сын на волосы. Кстати, у Гитлера такие волосы были. Ага. Так, надо заснять поближе Гитлера. Ну не Гитлер, а это как его копия. И он снова... Нет, Чарли Чаплин, да. Да, и он снова здесь. Давайте. Девятое мая неизбежно. Точнее, восьмое. А вы, пожалуйста, британцы, не вмешивайтесь. Британцы. Я говорил, не стоит связываться с ЦЦП. А, Курлыяна. Если вы страдаете от мышечной боли, артрита или последствий спортивного, Курпалы Калыяна. Не только уменьшает боль, но и способствует процессу выздоровления. Действие пейн-мастера основано на принципе микротока. Ева! Доказана его эффективность в уменьшении боли и воспалении любой части тела. А главное, он действует быстро и безопасно. Пару дней назад у меня ночью начали судороги. А, Лена, спроси у Евы эту бумажку. Она потом даст. Почему попробовать? Я приложил бы к лодыжке и еще подумал, что это не может. Но попробуем. И он помог. Я спокойно спал всю ночь. Он и правда действует. Дорогие курсы лечебной терапии дают результаты через несколько месяцев. Таблетки и инъекции могут вызвать побочные действия. А пейн-мастер способствует процессу выздоровления и обновления тканей. И это 100% натуральная терапия. Я говорил, что 9 мая скоро уже будет. Молодец, отец Лоренц, у тебя дамка. Зарегистрировано в Европейском Союзе медицинских изделий. Секрет этого устройства в технологии микротоковых импульсов, которые способствуют кровообращению, уменьшают воспаление и ускоряют процесс выздоровления. Так, надо поближе заснять. Пейн-мастер может снижать воспаление, в результате движения становится свободнее и повышается мобильность суставов.
Он такой маленький, что никто не узнает, что вы его носите. Один из моментов, который меня беспокоит в последнее время, это что внуки будут на разговоре. Бьет, бьет это же. Если меня больше не заставляет туда, они ничего не замечают, зато я чувствую огромную разницу. Большая собака, она весит более 65 килограммов. Иногда она ведет меня гулять, а не я ее. Иногда она резко дергает поводок, и боль становится невыносимой. По ночам я не могла спать, по утрам с трудом вставала с постели. Но после применения брейнмастера боль я почти не чувствую, и другие обезболивающие средства мне уже не нужны. Если вы хотите быстро и надолго снять, если мечтаете вернуться в больницу... Мама, пока играет, я пока поснимаю другое. Вот как музыка, да? Я снимаю, снимаю. Старая травма дает о себе знать снова и снова. И скоро ты принимаешь. Который не только уменьшает боль, но и снимает. Две можно съедать. Да, да, две можно съедать. Я пока еще не понял до конца, но так говорят. Я Если вы страдаете от мышечной боли, артрита или последствий спортивных травм, попробуйте PainMaster – революционное медицинское устройство, которое не только уменьшает боль, но и способствует процессу выздоровления. К тому же быстро этот микротоковый пластырь действует на все виды боли в мышцах и суставах. PainMaster способствует кровообращению, уменьшает давление, ускоряет процессы выздоровления и быстрее боль. Трудно было сделать даже такие простые вещи, как заменить предохранитель. Поднялся на стремянке, и так вот прихватило стрелу. Я Да можно. Ты ходишь на любом по-любому ходишь. Это не бьет, да? А все бьет, да. Нельзя ходить. Ну да, я так думаю, но это все равно. Ну, все равно, да, у тебя дискомфорт и чисто где причем, да. Я забыла, что... Нет, если я еще могу подергаться. Капут! Полный капут! Гитлер, полный капут! Да. Он полный капут. Олег, что так слабовато? Адольф Гитлер капут. Да так уже. А тебе некуда ходить. Готовь патроны. Да, все, да. А это не все. Это не все. Позвоните по номеру на экране. Это не все. Не, я могу ее гонять. Ты будешь без конца ее гонять с угла в угол. Ловить черный. Лёгкий на корточках и на коленях. Цель игры – ловить черный. А не просто гонять там. Черный стоит. Нету выхода больше. Сюда. Она все очищает идеально. Малое количество воды для удобной и надежной уборки любой поверхности. Грязь и следы не защищают ваш паровоз с распылителем. Две дамы у тебя. Ну,
Ну, я думаю, он думал, что я сюда понял. Покупайте сейчас новый Шварролл с 50% скидкой. Снимите точную тряпочку из микроволновки и вместе антистиральной машине. Для повторного использования эта швабра заменит обычный швабру с ведром. Звоните 675-0050 и закажите швабру. И? Это ничья. Что ничья? Сейчас будет бегать туда-сюда. А что ты бегаешь? Туда-сюда. Ну все, это не 2-2. Ну, допустим, на себя. Да. Да. И миксеры, и блендеры. Тогда думал, ну да, с клубникой все в порядке. Ее можно перемолоть, чернику тоже. Но как-то взять что-то серьезнее, скажем... Вы так и будете по углам с дампами. То его можно было изменить только в мясорубке. И миксеры, и блендеры, ведь он... Сдаешься? Да. Какой сдается? 2-2. Какой сдается? Давай, давай, Олег, старайся. Ты же будешь по углам делать? Конечно. Будет. Будет, я и завтрак искал. Раньше я в основном ел жареное мясо с яичницей, а потом стал... Так у меня прибавляется вес, причем прибавляется довольно быстро. Как бы начал использовать внутри будет, вес остановился, больше не набирается, и это большой плюс. А теперь я... Все? Да.